вы знаете, что от избытка витамина D3 могут быть побочные эффекты. И еще это может быть опасно для здоровья. У взрослых, если взять, проявляется тошнота, рвота, понос, зуд кожи, это мочеиспускание, да, повышенное, потом боли головные, глаза, кальций, то есть в мягких тканях могут быть отложения избыточные. Оно может быть действовать на печень, почки, сердце и легкие. И чтобы это не было проблемой, нужно пить мат. Люди могут говорить: ой, это значит витамин D3, да, такой плохой. Нет, это вы уже перепили, и, ну, избыток, да, понимаете. Для этого нужно пить магний, чтобы оно помогало усвоиться вашему организму, и не будет тогда этой апатии, бессонницы, депрессии. То есть магний, он успокаивающий. И вместе, когда они идут, они как брат с сестрой, их нужно принимать, понимаете. И все будет хорошо, не будет тогда проблем таких, понимаете. Если тебе интересно, переходи по ссылке в шапке профиля, и я еще дальше расскажу.